На переднем рубеже нашей отчизны. И вот в канун победы можно сказать, что труженики нашего завода возродили традиции завода, возродили то, для чего завод создавался. На боевое дежурство. Своим ходом ушел атомный подводный крейсер Нижний Новгород. Как это не дань памяти ветеранам, не дань памяти тем, кто, благодаря кому мы сегодня можем мирно отдыхать, растить детей, внуков. Огромное вам спасибо, дорогие ветераны. Мы не только обязаны, мы должны, это наш долг сегодня, отдавать дань памяти и то, что можно, потому что ветеранов ветеранам, потому что осталось очень... Да.